Такие антитабачные шествия молодежь Сочи проводит уже 7 лет. Костюмированная колонна напоминает о вреде курения и о федеральном законе, который запрещает дымить в общественных местах. К сожалению, не все понимают, насколько их пагубная привычка неприятна окружающим. Сядешь посидеть на лавочке, а не кто-то сядет где-то рядом. Даже ветерок дует и несет дым, и неприятно просто. Поднимаемся и уходим. Когда курят рядом, тоже невозможно находиться. Охота бы быстрее уйти, непонятно, почему они курят, как мы должны этим дышать. Тема табачной зависимости на контроле у городского управления по профилактической работе с населением. К этой работе привлекают общественные организации, сотрудников Центра медпрофилактики, врачей. На базе центра организован кабинет отказа от курения, где бесплатно можно проконсультироваться и пройти лечение от табачной зависимости. Мы понимаем, что вот так в раз взять и отказаться от курения – это сложно. Но не курить в общественных местах, чего требует федеральный закон, это нормально. И мы на эту перспективу, на эту программу мы и работаем с жителями нашего города и многочисленными гостями. К слову, в этом году из 542 человек, обратившихся за помощью, 112 избавились от вредной привычки.